Сам на него и смотри, понял? Окей, мы должны будем медузу победить. Я не уверен, что мы сможем осилить медузу. Наш же главный мастер по камням здесь. Почему коров строят? Потому что это все тяжело. Так же, как и тяжело быть квадратным шаром, который не шар, он просто квадрат. Он вообще не катится, блин. Он не хватает мощности в нем. Господи, этот сраный куб! Как я должен тут прыгать? Тут он даже с прыжком не допрыгнет. Это невозможно! Что? Может, по этим как-то блокам? Нет. Давай, keep rolling, rolling, rolling. Как это работает? Тут ни одна стена не сломана, и мне дошел урон. Неужели как-то так она перепрыгнула? Ее выкидывает. Наконец-то справедливость. Пока она пытается, я буду еще тут обстреливать. Я поймал ее логическую цепочку, по-моему. Она просто не может ничего сделать. Они могут ее... Окей. Она... Тварь! Ты мой корабль уничтожила! А, хотите скинуть меня? Меня не скинуть! Я законный правитель Севера! О, даже больше, чем обычно. Я просто поймал искусственный интеллект за его шары и все, и победил. Поэтому не надо воровать стратегии боя у врагов, а то могут возникнуть проблемы. Пальчик! Пальчика в носик. Ковыряем козюльки. Это победные козюльки. О, что происходит здесь? А я так могу на шарике кататься? Он без парика остался? Или у него не было парика? О, нет! Мы его убили! Шишка встала! Держи, вот тебе подлиннее. Right round. Окей. Но он не доедет до меня по максимуму ударить. Ему все равно 4 ходки надо. Давай! Я верю в себя. Его там толкает на ровном месте. Сука! Хватит сносить их! Ну ты петух! Вот, жри говно! Потому что в самолете все зависит от винта! От винта! Ты понимаешь это, братан? От винта! А, мы сейчас против сфинкса драться будем. Дерьмище. Что? Нос отвалился. Так вот то-то же. Что? Да, без носа это не очень смотрится. No. Глупая киса! Все, она заснула вечным сном. Все поплыло, все поп.
Боже, это Дали. Я против горящего жирафа дерусь. Я серьезно? Кстати, он, наверное, хиленький сам по себе, этот шар. Может, его бы можно было бы расстрелять. Да? Надо мыслить, как Сталин. Возможно, он хлипенький, и мы ему сможем его расстрелять. О! Ну вот просто сейвнул всю ситуацию сейчас. А в третий раз попался на трамплин. Серьезно? Чувак, когда ж ты научишься? Когда ж ты чего-нибудь научишься, идиот? Я слишком хорошую ловушку сделал для бота. Он не понимает, как ее обойти. Он попал! Он опять попал на нее! Ой, ты идиот! Что? Fucking what? Блин, с моим шаром было веселее. Как он так в размерах уменьшился? Че, мы вынудим бога самого с этим шаром учиться? Идея? И моя задача закатываться в нужные ворота? Небеса... Ау. О! 1-0! Вчера не все стали, кстати, крутиться с него. Он сам себе закатил еще один раз. Серьезно? О, черт. Блин. Но он реально сложнее стал играть. Я все равно заеду к тебе. Три очка преимущества, понял? Я как Бразилия, а ты как типа... Хотя нет, не знаю. Может быть, я как Германия. Теперь я могу бегать со своим шаром, сколько мне влезет. Хэбиен! О, у меня даже есть свой кубок. Теперь я буду кубок держать. Ах ты хер! Ах ты хитрый хер! Значит так, да? Значит так. Типа нашего дурачка все-таки обвели вокруг пальца в итоге. Ну, я теперь коронованный особо, у меня теперь шапка есть. Воу, я смотрю, тебе действительно понравился этот ролик, но он подошел к концу. Если тебе интересно смотреть подобные видео в онлайне, вживую, ну, насколько это может быть вживую, то почему тебе не подписаться на мой второй канал, который, он, собственно, о стримах.
для стримов. На нем идут стримы, если сложно было догадаться. И подпишись на него, будешь смотреть все стримы в онлайне. Это будет здорово, замечательно и меня обрадует. Также можно не забыть поставить палец вверх этого видео, если он тебе понравился. Или подписаться на канал, если еще не подписан. Поэтому на этом конец этого видео. Увидимся в следующем. Пока, подпишись на второй канал. Пока!